Всем привет, ребята, простите, что я выключила. Мне просто нужно посмотреть время. 13:15, а я делаю уроки. Что там задали? Понедельник. Так. А сейчас какое число? Рип. Ну, я же спрошу, вы пока посмотрите тут экранчик. Сегодня 24, так что до 25 вот это вот. Что вам задали? Ну, английский, русский, математика. Все такое. Ура! По математике наконец-то опять два номера. Они три. Круто. Скажите. Вчера Турали пересмотрела. Ну, много раз. Вот чего? ДР. Ладно, ничего не понимаю в мамином почерке. Ну, начнем с математики. Где там эта тупорылая тетрадка по математике? Вот я только хотела, да, в пятницу ничего не надо было делать. 74, да? 73. Или это 5? Это 3. Я не понимаю ничего в мамином почерке. Нет, вы смотрите, это что такое? Опять же, вы будете в быстром кадре видеть, как я делаю уроки. Простите, ребята. Я просто снова боялась, что на камеру где-то начнут ругать. Ай! Мне там ухо просто сильно гнобит от Сережи. Сережа, ухо гнобит. Блин, стёгивать, что такое?
все манипуляции с ними, это очень болезненные процедуры, так что... О, у меня кстати рюкзак. Но тут про ребусы. И буду заставить две обратные задачи. Соня, какое сегодня число? 24-е. Хорошо. Яички ты... А, ты за... Господи, извини. А ты не мешаешь. Я же не знал, что ты пишешь. О, все, придумала, поняла задачу обратно. Привет! Я сделала уроки. Смотрите теперь. Ждать. Или завтракать. В русском есть слово «когда» и «никогда» пишется с буквы. Это тоже отдельное слово. Как здорово! Это отдельное слово. Что я сделала? Неужели? Вот рассказываю ребятам, что никогда пишется не через «не» и «когда», а «никогда». Че, холодно. Макароны остыли. Вот мы сделали уроки, наконец-то можно поесть, наверное. Стоп, я так что поняла. Я же сначала включай. Сейчас мне нужно попить чай. Все, а дальше можно и макарошки покушать. Потому что...
Подождите, если кто-то будет писать в комментариях, что я пародирую типа Вики Шоу. Нет, она просто ела. Нет. Я буду завтракать ужином. Ребята, это просто замечательно. Я начинала сначала есть пиццу, а потом уже пила. А я сначала попила, а потом этим же буду запивать макарошки. Родная квартира не снится. А дом, как я здесь нет. Квартира та, которая ой, ребят, чтобы спали. На мамином столе куча банок. Бомбарбия Киргуда? Чего? Бомбарбия Киргуда. Яичко-то принести? Нет. Это луковое, оно вкусное. Красненькое-то. Не то, которое ты, а другое луковое-то. Ребятам нравится, как я макарошки кушаю. Ну, кушай. Не надо яичко-то? Ну, ладно, потом возьмешь. Вечером там на столе возьмешь, попробуешь. Угу. То есть ты хотел сказать утром? У меня сегодня день наоборот. Ты вечером ты долго, часто прибегаешь, есть тебе хочется перед сном. Дедушка, у меня сегодня день наоборот. То есть сейчас у меня вечер, а потом утро. Так ты спать тогда ложишь? А нет, у меня еще ужин. Уроки-то все, что ли, сделала? Все. Английский-то подучить ты обещала. То, что... Мне к четвергу надо. Ну? Потому что понедельник меня все равно в школе не будет. Повторить-то не мешает все равно. Ребята, это очень крутые макарошки. Обычные макарошки. Ой, вы вкусный ужин. Thank you.
Тихий час. У меня сейчас опять свободное время, я вижу свободку. А знаете почему? Это свободки, нечего делать. Папа-ра-па-па-па-па-ра-па-па-ра-па. Да. Живот болит. Ребята, почему у меня живот болит, я сама не знаю. Ну и вы уже посмотрите в следующем видео. Всем покашки. Пока.